стендап – самый гангстерский вид искусства в мире. Фил, если нас подвинешь, предупреди, чувак. Мы рекламировали эти выступления всю неделю. Я отодвинул Джейка Экса. Прояви к нам немного уважения. Мне нужны мои деньги, Фил. Ребята, вы понимаете, во что вы влипли? $63 000. Что это? Это продажи, ник, братан. Плохо, но хорошо. Чем занят вечером Фредди Гарза? Честно, у вас есть оружие? Тук-тук. Я Фредди Гарза. Заткнись, бездомный бездельник. А теперь гони мои деньги. У нас нет твоих денег. Как ты их потерял, Тони? Да, как ты их потерял, Тони? Вытащите нас. Мы вернем деньги. Уберете дом крат. Вернете деньги. Не убью. Ладно, вот как обстоят дела. Получим 300 штук без учета мерча и бара. Кто будет вторым в красной линии? Хочешь ты, чтобы я дал имя твоему шоу? Они, вероятно, убьют вас. Что ты хочешь делать? Что я хочу делать? Да, что ты хочешь делать? Попробовать драться? Да. Окей, мы не для драки пришли. Спасибо, парень. Я готов бороться с голым торсом. Я сейчас занимаюсь карате, ясно? Я в группе от 12 до 14 лет. Тренер сказал, я лучший там ребенок.